Thank you. Упиздравляю, Димон. Упиздравляю, Димон. Спасибо, Антракс Игорь. Благодарочка тебе за 500 рубасов. Спасибо огромнейшее. За поздравления тебе. Спасибо, что зашел, поздравил. Руку пожал. Спасибо. Заболела короной? Да ты шо? Вот вчера вкус пропал, и температура была 4 дня 38-39. Да ты шо? Я в мае болел. Все пропадало, и вкус, и все. Первые дни охеревал, потом начал получше себя чувствовать. Пробил. Потом начал получше себя чувствовать. Гусеница повреждена. Шанс разрыва увеличен. Выздоравливай, Ин. Будем разводочку на выстрел делать. Оп, красавчик. Оп. Ты мне не дал, а я тебе дам тыку. Давай еще раз в НЛД. Не, не хочешь? Будешь крутить. Хорош. Без урона, класс. В самый краешек, видать, в гусеницу дал, в каток не попал. Хорош, хорош, блин. 7, мое уважение, слышишь? По-моему, он хочет мне в спину зайти, да? Гусеница сбита. Движение невозможно. Кстати, сколько дней уже болеешь, Ин? Чё там? Шо, ну как оно вообще? Повредил гусеницу. И что с воспалением легких? Есть или нет? Некоторые же без воспаления, я с воспалением. У меня левосторонняя очаговая пневмония была. Вот так вот на ходу, да, маленький, видал? Назад откатывается и в НЛД кидает, понял? Красавчик. Слабо ты делаешь, слабо. Надо тебя успокоить. Надо тебя успокоить, молодой. Так, что, твоя очередь? А, там еще Е3 катается. Блин, я представляю, что я буду творить, когда у меня будет 72-01. Они будут убегать от меня в разные стороны, ё-моё. Но это не точно, ребятки. Это называется накрут. Это называется накрут. Давай выкинем его туда. Стой, за борт, давай! Пошел, давай! Пошел, пошел, маленький, пошел! Пошел, брат! Хочу, чтоб ты выпрыгнул, не? Сука, не могу, бля, поднять, не хватает, надо подкачаться. Не-не-не, подкачался вроде, давай! Давай, пошел! Давай! Глянь на него, сука, выкинул нахер. Я не могу, сука, это вор выше гор, прикинь. Все-таки подкачан, все нормально, видал, хватило силы. Сука, вот это вор реально, это мандец. Это просто эпик. Это ж надо было, видал, поднял, но... Дима, братишка, с ДНМ рождения привет, много привет, всего Ренат, сказано, привет. Написано, ко всему присоединяюсь. Понял. А самое главное — здоровье богатырского, остальное понял. Все приложится. Понял, спасибо, Ренат, благодарочка тебе, братиш. У-у-у. Это я уже отвлекся немножко, понял? Отвлекся от темы и запорвал сейчас себе 760 хп. Спасибо, Ренат, благодарочка, братиш, тебе за поддержку, за мощную. Спасибо, что зашел, поздравил Димончика. Огромнейшая тебе благодарочка. Рука пожата. Да, попробуем развести, слышишь? Под жестким углом попробую. А все, он вроде отъехал. Не пробил. Не смог, что-то пошло не так. Ну что, как бросок был этот, скажи, в воду маленького? Как я его закинул, вам понравилось, не? А ну-ка, напишите. Сука, такое бывает редко. Прикинь, бедолагу просто поднял и выкинул его нахрен. Видит бог, он не хотел умирать. Он меня ждет, ему похер, он мороз.
Ну ёб твою мать, куда ты вылез, сука? Зачем ты вылез? Вот, сука, дурында Никифоровна, а? Это ж надо было, блядь, закрыть его, он же давно в ангаре был бы. Он за него играет, понял? Раз, и вторая у него еще есть. Давай попробуем танкануть. Ее третий куда смотрит, я не вижу. Слабо, да? Слабо, ВНЛ добил. Слабенько, слабенько. Ага. Херушки тебе. Пробил. Слабо, слабо, лянь, на коне видал? Я говорю, они сразу, они чувствуют, начинают нащупывать яички у себя, тогда, когда уже он стоит и не сопротивляется, да? Когда надо продавить реально, когда они стоят в кустах. А так у них резко яйца появляются, ты понял? Наблюдали, да, такую тему? Сразу летят, сразу они все умеют, все могут. Резко. Пацана на дно, ну. Димон, он стал подводной лодкой. Так. Не, ну что, хороший бой получился, кстати. Очень, очень замечательный боечек. Тима сейчас там волос сорвет его. О. Повредил гусеницу. Это обычная, обычная практика, понял. Тут третья отметка, кстати, подходит. 3,5% осталось. Сегодня пятый день, еще кашляю, но что-то с легкими прям не чувствую. А я тоже не чувствовал. Я тоже не чувствовал. Тебе бы рентгенчик бы сделать хотя бы. Температура сегодня спала до 37, но вкуса не чувствую. У меня температура держалась, знаешь, сколько? Наверное, 2 недели. Вот пока капать и колоть не начали, капать капельницы и колоть, делов не было. А ну-ка, где этот конь, который толкался, ехал? Да, он 1900. Так, Е4 сзади был, да? Ну, Е4 хоть что-то там покидал. А, ты понял, глянь, мужик без досылателя катает, чтобы вы понимали. Фору давал. Прикинь, я даже не почувствовал. Сколько у него КД без досылателя? Сколько КД без досылателя? Заряжание орудия 16. А ну-ка, а тут в этих параметрах, тут более точное будет. Заряжание орудия 14.36. Это без досылателя, да? Если досылателя воткнуть, хотя бы обычный, 12.93. Короче, ну 1.5 секунды. 1.5 секунды, извините. Как бы... Есть тяг 2500 подписчиков.